Всем привет, ребята! Сегодня праздник Хэллоуин, и наши любимые котики Том и Анжела будут сегодня отмечать этот праздник. Они очень-очень любят Хэллоуин. А вы, ребята, любите? Кто любит Хэллоуин, ставьте лайки и пишите в комментариях, чем вам нравится этот праздник, за что вы его любите. И вот сегодня наши котики готовятся к самому страшному празднику. Вот так, сначала мы их почистим, помоем. И вот наш Томик вырос, видите, поздравляем нашего Томика. Анжелочка нас хочет укусить, но мы ей не даем. И смотрите, сейчас вечер у наших котиков, и они очень хотят спать. Вот Анжелочка, чтобы не заснуть вечером, выпьет зелье энергии. И котику Тому, наверное, тоже придется выпить. Хотела, чтобы Том проснулся, но он все равно очень хочет спать. Вот так. Вот так поигралась я с котиком Томом. Ну что же, Анжелочка вот показывает, какие она приготовила вкусняшки. Но мне кажется, что ей еще пока мало. Вон пирожных с паучками, всего лишь 20 штучек. И что еще есть? И вот эти вот разноцветные какашечки. Да? Так что Анжелочка пошла в магазин покупать угощение. И сейчас она будет лакомиться вот этими хэллоуинскими вкусняшками-сладостями. Ребята, а с чем вы любите угощаться на этот праздник? Напишите в комментариях. Вот и Том подкрепляется всем-всем, что видит. И сейчас я смотрю, Анжелочка еще захотела вот этот тортик-единорог купить. Вот. И вот эти вот зубастые печеньки. А Том в это время объедается. И мне кажется, он сейчас станет таким огромным-огромным котиком. Что, Томик? Ему смотрите, сколько еды влазит. Не то, что нашей худышке Анжелочке. Вот так Анжелочка съест печенье-тыковку. Вот такую сладенькую печенюшку. И что же Анжелочка еще выберет? И вот это зубастое печенье. И кажется, она наелась. Видишь, Том, в отличие от тебя, наша Анжелочка уже не голодная. И обязательно чистит зубки после еды. Видишь, Том? Не то, что ты. А ты только толстеть умеешь. Вот какой Том наш, прям кабанчик настоящий, да, ребята? Кому нравится такой толстенький Том, ставьте лайки. Вот какой наш Томик, какие наши миленькие котики. Сейчас мне надо их обязательно погладить, потому что я хочу, чтобы у них было хорошее настроение на празднике. И вот Томик уже начал готовить свою комнату, и Анжелочка тоже сделает красивую хэллоуинскую террасу. Ну что же, посмотрим, какие же комнаты подготовят наши котики к этому празднику. Вот смотрите, как у Анжелы стало красиво. Паучок спускается. Вот, прям настоящий хэллоуинский фон. Ну а у Тома вообще будет неотразимая, страшная квартира. Мне нравится, что у Тома очень большой выбор всяких тематических украшений для комнаты. А у Анжелочки немного маловато. Но, тем не менее, Анжелочка довольна даже и такой комнате своей. Да, Анжелочка, посмотрите, как она радуется. Поиграли с Анжелой. Вот так, она прям спортсменка, как она встает, классно. Ну что же, ребятки, давайте мы зайдем в гардероб и примерим наряды для наших котиков. Вот Анжела, самая первая, выбрала себе наряд. Наряд ведьмочки, это ее самый любимый наряд на Хэллоуин. Вот, и мне кажется, она сегодня будет какие-то зелья варить ведьминские, да? А Томик меня вообще поражает. Он такой прикольный, толстый котик. Вообще выглядит просто замечательно и прикольно.
А что же выберет наш Томик, мы сейчас посмотрим. А Анжелочка, кажется, уже себе подобрала наряд и глазки, и цвет шубки. Ну и вот, Том выбрал самый страшный свой наряд. Ужас какой, да? Том Франкенштейн. И сейчас ищет себе глазки. А вот Анжелочка делает себе красивый макияж, который подойдет к костюму ведьмочки. А Том любуется своей красотой. Да, Томик? Вот такой наш Том. Красные глаза выбрал, но ему, мне кажется, не нравятся красные глазки. Он сейчас выберет другие. Посмотрим, какие же глазки выберет Том. А Анжелочка вот решила сделать такой темный макияж. Вот. Прям настоящая ведьмочка наша Анжела. А Том все никак не определится, какой же цвет глаз он все-таки выберет. Ребята, я смотрю, он выбрал коричневые глазки под цвет костюма. Что, ты хотел прическу подобрать себе? Но мне кажется, что лучше вот этого костюма Франкенштейна у тебя нету, Том. Все, Том готов. И что, сразу на кухню кушать? Нет, наш Том будет сейчас менять обстановку в своей кухне. А Анжелочка любуется своим нарядом. Она очень любит этот наряд ведьмочки. Видите, как красиво Анжелочка выглядит. А Том какой страшный холодильник поставил. А за окном какой страшный вид. Ужас. Прям кладбище настоящее, да? Анжелочка не хочет, чтобы у нее был такой страшный вид из окна. Да, Анжелочка? Она любит все красивое, цветочки всякие. Вот наша милая кошечка сейчас тоже будет делать у себя в комнате, в кухне. Ой, вот это да! Кто же это закидал ее подушками, ребята? Так прикольно получилось. Ну что, Анжелочка, давай иди уже в кухню и делай там себе перестановку. Сделай красивую кухню к празднику. А Том уже в туалете делает ремонт. И туалет у Тома нашего тоже супер страшный. Ну, а у Анжелочки просто красивая кухня. Вот, смотрим, как наши котики преображают свою комнату. Вот так, у них у всех разные вкусы. Том вообще любитель всего страшного, такого необычного. И вот даже он такие, видите, какую плитку на стенах и на полу сделал, такую слизистую, неприятную. Но он в восторге. Посмотрите, сколько радости у нашего котика Тома, несмотря на то, что это очень страшно и некрасиво. Но такой комнатой должна быть на Хэллоуин. Ребята, а кто из вас украшает комнату на Хэллоуин? Напишите в комментариях. Особенно, кто из вас вырезает тыковки на этот праздник? Я лично никогда не пробовала, но очень-очень хочу это сделать и украсить тыковками свою комнату. Мне кажется, это очень-очень красиво. Вон, как у Тома на кровати, такие тыковки со свечечками горящими. Ну и вот Том уже подготовил свою спальню. Мне кажется, он сейчас попробует поспать. Вот это Том! Мне всегда казалось, что в такой страшной спальне будут сниться страшные сны. Ну а ему снится такой сон замечательный, что он одержал победу, да, в каком-нибудь соревновании. Вот это Том ты даешь! Ну, Анжелочка, мне кажется, будет бояться спать в такой страшной комнате. И что, Том, ты снова будешь кушать? Нет, Томик наш захотел использовать какие-то зелья, да? Что же, наш Том решил проголодаться и снова наесться, потому что он, ну, очень любит покушать. Сначала он себе сжег лишние калории,
Да? А Анжелочка, мне кажется, сейчас будет пробовать какие-нибудь новые зелья. И посмотрим, что же Анжелочка наколдует и что же будет кушать наш Томик. Ну а Томик похудел, проголодался, и, ребята, посмотрите, у него есть вот этот напиток, который он просто обожает. Что же произойдет с Томом? Посмотрите, у него пакет на голове. Как прикольно у нашего Тома. А Анжелочка в это время выпила зелье, она не знала, что станет такой малюсенькой кошечкой. Вот такие зелья необычные, да, у Тома тыквенное зелье. Смотрите, какой он встает прикольный. И какая малюсенькая наша Анжелочка. Я уже соскучилась за такой маленькой кошечкой. Так что, Анжелочка, ты умничка, что выпила это зелье. Мы хоть увидели, какая ты маленькая милашечка. Тебе очень идет. Ну а Том перевоплощается, используя вот это тыквенное зелье. А Анжелочка сейчас натанцуется. И мне кажется, она снова выпьет зелье и превратится уже в большую Анжелочку. А Том превращается в огнедышащего дракона, да, Томик? Ух ты! Ну что, Анжелочка, выпьешь зелье взрослого котенка? Нет? Давай, посмотрите, какой Том прикольный. Вау, он такой веселый, задорный. И вот наша Анжелочка снова выросла. Вот такая привычная нам кошечка Анжела. Смотрите, она даже танцует от радости. Ну что, Том, может, хватит уже перевоплощаться? Нет, он снова решил перевоплотиться. Вот такой замечательный котик Томик. Ну, Анжелочка, мне кажется, уже готовится ко сну. Она здорово провела праздник Хэллоуина. А Том никак не может уйти со стола. Из-за стола и все до сих пор кушает и кушает. Я думаю, что Томик хватит, потому что Анжела уже одевает пижамку. И сейчас она одела свою любимую новую пижамку для Хэллоуина. Единорог. Так что, Томик, ты тоже можешь уже переодеваться в пижамку и будешь ложиться спать. Ну что, вот Анжелочка сейчас еще себе краску для лица нанесет, вот такую паутинку, ведь сегодня же Хэллоуин. И вот наши котики. Смотрю, Том вообще приколист, да, одел вот такую тыковку, чтобы уже наверняка отпраздновать этот праздник в пижаме и с тыквой на голове. Какой наш Томик шутник. И он будет спать с этой тыковкой, да, Томик? Вставай, подъем и идем в спальню ложиться. Анжелочка уже засыпает. И ей приснится страшный, наверное, сон. Или хороший? Посмотрим. Анжелочке снится страшный сон, а Тому, как всегда, веселая победа нашего Томика. Ну что, пожелаем нашим котикам спокойной ночи. Хорошо они отпраздновали Хэллоуин. А вам, ребята, всем пока-пока, до новых встреч. Заходите на канал и смотрите новые видео. Всем пока-пока.